Более сотни предпринимателей региона вышли на линию успеха. В Самаре стартовал региональный бизнес-форум, который на один день стал основной площадкой для поиска партнеров и создания новых деловых отношений. Участие в форуме принял губернатор Самарской области. Николай Иванович Меркушкин поздравил участников с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства. И подчеркнул, что благодаря активному развитию этой сферы регион вошел в пятерку лучших в стране по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Сейчас в области насчитывается более 177 тысяч организаций. Отмечается рост отечественных и иностранных инвестиций. В рамках работы форума правительство Самарской области и СМПБ-банк подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого финансисты готовы давать кредиты на выгодных условиях с низкой процентной ставкой для начинающих предпринимателей и перспективных производств. Это соглашение поможет решить главный вопрос, с которым сталкиваются предприниматели – финансирование. После чего глава региона познакомился с работой выставки. Он отметил, что здесь представлено множество интересных и инновационных разработок. Очень много хороших перспективных разработок, которые требуют финансовой поддержки. И я думаю, вот главная задача, которая, скажем, вот этим соглашением решается, что у них, у ребят, у молодых людей, не только молодых у людей, появляется уверенность, что можно этим заниматься, что в итоге ты получишь в том числе деньги для того, чтобы реализовать тот или иной разработанный проект.